Hello, everyone! Всем привет! Итак, сегодня на моем канале будет не рок, не какая-то тяжелая музыка, а легкая. На этот раз мы посмотрим с вами Джунгкук с песней Standing Next to You. А перед тем, как мы будем это смотреть, я вас очень прошу поддержать одну команду под названием Mirabi Frame. Это, в общем, команда русско-японская. Они создают музыку в японском таком стиле. Я знаю, что у меня на канале есть ребята, которые смотрят, слушают японскую команду. Ссылку оставлю в описании, поэтому я очень прошу, чтобы вы переходили. И они очень надеются на то, что у них их EP, Мираж называется, очень всем понравится. Вот, и они очень мечтают, чтобы их музыка была на... звучало в опенингах и эндингах аниме. В общем, поддерживайте ребят, все ссылки будут в описании.
crazy. Girl, yeah. Every time, yeah. On the burn, yeah. Waiting in, waiting nice, yeah. Smoke your eyes, yeah. Jesus Christ, yeah. One night that you're working. Получилась очень прекрасная песня, в плане того, что танцевально, тут прям видно, что очень много вложились в то, чтобы сделать такую прекрасную такую песню, сделать такой клип. И шикарные костюмы, и локация тоже красивая, и сами танцоры, и сам Джунгкук тоже красивый, то есть они подобрали все, чтобы сделать эту песню еще прекраснее. Вот. Мне немножечко напомнила такую смесь Майкла Джексона плюс и Daft Punk. Честно, не знаю, какие еще у него в каком стиле песни играют, звучат, но здесь прям вот мне вот это услышалось. Но это, в принципе, забавно, то, что эта песня, кстати, могу сказать, вот в голову точно въедается, потому что припев можно запомнить, прослушивая один раз, в принципе, даже сейчас я как бы один раз все это послушала, я уже помню, как это звучит, и это здорово, то есть на концертах точно под нее подпевать и танцевать будут, потому что это очень прекрасная песня, очень красиво звучит, вот прям очень красиво звучит, все ритмично, все круто, и танцы есть, в принципе, не знаю, можно даже для ТикТока взять и какой-то танец под него выучить, либо который здесь есть, прослеживается, и я думаю, что это будет много просмотров наперед. Ну, в общем, Джунгкук постарался очень здорово, круто, и ну тут прям вот видно, что его любят, потому что уже в тренде, но в топе эта песня, хотя песня вышла вот 4 часа назад, на момент съемок этого видео. В общем, большая у него армия. Я не знаю, как отреагирует его слушатель на мою реакцию, но я думаю, что будет все нормально. И я не знаю, как отреагирует моя аудитория, в плане того, что здесь мы слушаем тяжелую музыку. Вот, ну, в общем, немножечко разнообразия надо. Вот, в общем, спасибо всем большое за просмотр. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это все очень важно для моего канала. А также подписывайтесь на социальные сети, все ссылки в описании. И подписывайтесь на Telegram, где я с вами общаюсь. Я очень хочу, чтобы там чуть-чуть побольше стало людей. Поэтому я даже каждому новому подписчику, даже пускай это один, и то радуюсь. Поэтому прошу, надеюсь на вашу поддержку. Ну а с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока. Bye-bye.